Привет из Новой Зеландии. Всем привет из Новой Зеландии. У меня никогда не получалось нормально сказать эту фразу. Ты ее придумал, ты и говори. Всем привет из Новой Зеландии. О, уже лучше. Но я уже поднаторел за 48-49. Это вообще-то 50-й, мне кажется, влог. Да, это 50-й влог. Юбилейный влог. Ей. Мы приехали в долину гейзеров в Айотапу. Это уже третья долина в Роторуа. Вот эта долина с гейзерами, с спящими вулканами. В общем, такая с геотермальной активностью. Вот. Мы уже были в долине Ваймангу. Мы уже были в Тепуе, да. Вот. И теперь вот здесь, в Айотапу. Сегодня погода. Не удивляйтесь, что я в футболке. Я как дурак, единственный здесь в парке не одет. Все остальные знали, что холодно, и утеплились, а я вот буду ходить вот такой. Но я очень надеюсь, что солнышко выйдет и не даст мне замерзнуть. Ага. Вообще-то мы приехали в самую разноцветную долину Новой Зеландии, и хочется ее, конечно, во всей красе увидеть. Да, будем надеяться, что так будет. Ага, пойдем. Вход в Айотапу стоит $33,5 с человека, и относительно других двух долин это дешевле. И есть три варианта, по которым можно здесь пройтись. Три трека разных. 1,5 километра, 2 километра и самый длинный 3 километра, за которые вы обходите всю долину, видите все достопримечательности. И, конечно, у каждой, как обычно в Новой Зеландии, есть табличка с историей и рассказом об интересностях этого места, но также вам дают на входе такую карту, в которой тоже все описано про каждое удивительное место, где вы побываете. Вообще геотермальные зоны вокруг Роторуа, они в принципе самые молодые в мире. Но вот этот кратер вообще образовался только в 1968 году. То есть под поверхностью земли все это время была кипящая вода, и вот она как-то размыла землю, и здесь прям провалился такой участок. И вот сегодня он иллюстрирует, как недолговечна и непостоянна земля, по которой мы ходим. Вообще нереальное место, какое-то потустороннее. Ты просто ничего не видишь, тебя окутывают клубы пара теплого и вонючего. Вот. И когда на секундочку проясняется, открывается такое озеро цвета шампанского. Вообще не знаю, это ни с чем не сравнить, такое зрелище.
А это место называется бассейн с шампанским. Это на самом деле самое красивое место во всем парке. Оно образовалось 700 лет назад в результате очередного извержения. Вот. И теперь здесь такое небольшое озеро, которое переливается разными красками. Из-за того, что в воде здесь содержится сразу много разных элементов, в том числе там, золото, серебро, сера, конечно же, края этого озера, они становятся оранжевыми, переливаются с голубым, и выглядит это просто нереально. Учитывая еще весь этот огромный пар, это просто класс. Оказывается, вот этот кратер, который называется Дьявольская ванна, может менять свой цвет в зависимости от того, насколько сегодня солнечно, как облака перекрывают свет. Он бывает либо желтым, либо зеленым. Но сейчас он вообще адски зеленый, реально, мне кажется, мы застали самый красивый его момент. В общем, вся трехкилометровая прогулка по Вайотапу занимает где-то около полутора часов, учитывая, конечно, что вы будете на каждом углу останавливаться и фотографироваться, а вы будете, потому что здесь, ну, действительно очень красиво. Надеюсь, нам удалось это передать. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что были с нами. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наш канал, и увидимся с вами уже очень скоро. Пока-пока!